Итак, корпуса. Как собираются корпуса? Они приходят к нам вот в таком виде. То есть вот после гальваники ничего нет, никаких навесных, ни гравировки, ничего. Первое, что мы делаем, гравировка. Значит, гравировка у нас вот программа. Здесь стоит, что мы гравируем, картинка и плюс счетчик. Потому что гравировка номеров идет автоматически по увеличению. Вот у нас лазерная гравировальная машина. Устанавливаем. Очень сильный вентилятор, прям реально туда затягиваем. У нас вот все выставлено. Андрюха, неправильно выставлено. Теперь правильно. Значит, рамочка выставлена, чтобы гравировка шла. И просто нажимаем педаль, все настроено. Обратите внимание сейчас на больших буквах, как сдувает туда все. Вы видите, прям сдувает, насколько мощный поток идет. Видно, как сдувает? Все. И вот таким образом гравируются все корпуса. Вы можете посмотреть, сколько времени это занимает. И умножим на количество корпусов, которые мы делаем в месяц. Погнали! То есть она без номера. Потом проходится вот эта вся одна сторона, потом переворачивается на другую сторону, и здесь уже гравируется надпись номер, и по счетчику номеров идет уже номер возрастающий. Вот так. Потом следующая операция. Погнали на следующую операцию.